Сегодня мы будем учиться менять цвет нити. Вот мы подошли к участку, когда нам нужен другой цвет. Не довязывая предыдущую петлю, соединяем две полупетли новым цветом. И кончики ввязываем сразу в полотно. Вот так их подтягиваем пальчиком и провязываем. Потом нам нужно подтянуть кончики и продолжаем вязать вместе с этими кончиками, чтобы они спрятались внутри полотна. Так провязываем несколько петелек. Потом их можно убрать назад и продолжаем вязать уже тем цветом, на который мы сменили.